Кто рано встает, утро теплым пьет, и правые. Просыпаюсь, лежу и читаю стихи Акуджавы. И шуршат надо мной флейтисты, и гусары поют басиста. Я купаюсь в лучах их славы в хорошем смысле, чтобы иметь представление круг о себе, о мире. Хорошо бы проснуться вдруг не в своей квартире, а проснуться в туземной хатке на экваторе в ночь на святке. Или в тайге под сосною с тобою в одной палатке. В хорошем смысле. Я прощу, кому хошь, и кто хошь, пусть меня прощает. Мы же сами из тех, кто земного земней вращает. А просить подобрее доли надо быть чуть добрее, что ли, и любить всех подряд, как писал из кургана Толик. Толик, да. И любить всех подряд в самом хорошем смысле. И мелькают любимых книг острова и главы, океаны и реки лиц, их дела и нравы. Я делам своим беглый автор. Все сейчас, ничего на завтра. Да, кто рано встает, те правы во всех смыслах.